Привет, друзья! Я продолжаю свой блог о жизни во Франции. На прошлой неделе, 18 сентября, в городе Страсбург молодую француженку ударили кулаком в лицо за то, что она шла по улице в юбке. Как рассказала студентка Элизабет, радиостанция «Франс Блю», в этом французском городе устанавливается все более нездоровый климат для молодых женщин. Толерантные СМИ, конечно, не стали указывать национальную и религиозную принадлежность тех, кто на нее напал. Но я думаю, это и без того ясно. В этот вечер Элизабет шла к себе домой, когда столкнулась с тремя молодыми людьми в возрасте около 20 лет недалеко от медиатеки Мальро в Страсбурге. Один из трех мужчин сказал мне: «Посмотри на эту блядь в юбке», рассказывает 22-летняя студентка. Я позволила себе уточнить: «Пардон». И тогда они продолжили: «Заткнись, сука», и опусти глаза. Двое схватили меня за руку, а третий ударил в лицо. Затем все трое сбежали. Около 15 свидетелей присутствовало на месте во время происшествия, но никто из них не отреагировал ни во время нападения, ни после него. Никто не спросил у нее, как она себя чувствует, и не позвал кого-либо на помощь. «Это то, что меня больше всего шокирует в этой истории», говорит Элизабет с фингалом под глазом, но, к счастью, без переломов. Будучи бойцом, она категорически отказывается быть сломленной подобной выходкой. Я много размышляла на эту тему. Жизнь так коротка, и в ней происходит так много прекрасных вещей. Мы не должны позволять себе терпеть поражение и бояться выходить, бояться надевать юбку. Элизабет уверяет, что будет носить юбки и дальше. Она выросла в Страсбурге и никогда не чувствовала ранее такого нездорового климата вокруг молодых женщин. Уличные домогательства сейчас стали почти ежедневной чумой. Это действительно нечто жесткое, грязное, извращенное, рассказывает девушка, занимающаяся фигурным катанием. Они всегда бросают замечания в спину. Они произносят: «Ты хороша», и немедленно сбегают. Это все выглядит очень трусливо. И это то, на что я на самом деле обратила внимание этим летом. Лето жалких трусов. Элизабет подала заявление в полицию. По оценкам муниципалитета Страсбурга, менее 10% женщин, ставших жертвами уличных домогательств и сексистских нападений, решаются на этот шаг. Я напомню, что недавно в Германии были задержаны несколько десятков полицейских, которые придерживались националистических и даже фашистских идей. Некоторые из них описывали, что представляют, как отправляют мигрантов в газовые камеры. Ссылка об этом видео появится сверху. Если вы хотите знать больше о жизни во Франции и в Германии, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. И всем до свидания.